Вот такой рисунок получился от моски. С такими вот синенькими полосками. Ну, до того приятно. Даже сам от себя не ожидал, что получится такая красота. Ну, конечно, она потом исчезнет, а может, так и останется. На таком вот черном фоне синие полоски. Ну, приятно смотреть, вот врать не буду. Только и наблюдаешь. Красотища такая получилась. И здесь, конечно, покрыта бумагой, потому что эта бумага прилипла, но никаких раковин не видно на торце фундамента этой отмостки, потому что работали вибратором. Ну, вроде понятно. Вот за счет вибратора такая вот плотность получилась. Как интересно, очень интересно. Специально сделали косой угол, потому что человек стремится, если ему нужно повернуть, сделать короткий путь, а не длинный. И этот угол, он бесполезный. А таким вот образом человек идет и спокойно проходит. Ну, вроде понятно, да? Вот такой вот поворот. А если будет угол, обязательно нужно пройти, перешагнуть этот угол. Или обязательно наступить. Вот как получается, смотрите, красотища-то какая. Вот теперь с этой стороны. Получился вот такой колодец, но этот колодец не колодец, а выгребная яма. Уровень от земли получился просто шикарный. Вот с этой стороны просто идеально. И если, например, будут дорогу делать как, и насыпать, скажем, песок, гравий или еще что-либо, то дорога может приподняться. А верх вот этой вот крышки все равно будет выше, чем высота полотна дорожного. Ну, что-то такое. Вот как получается. Вот мы специально и приподняли. Вся глина полностью перевезена оттуда и засыпана. И хватило только-только до последней тележки. Вот как получилось. Вот теперь надо выровнять, засыпать песком и уже утрамбовать, ну, скажем, ходить. И под собственным весом вот эта сырая глина, она просто будет утрамбовываться. А на следующий год будем делать здесь тоже по кругу отмостку. Вот как делаем. Теперь, вот смотрите, здесь земля выше верха этой плитки, и вода уже будет оттуда, вот сюда, собираться, вот в это место собираться. Мы же хотим, чтобы вся вода протекала мимо этой отмостки. Вот что-то тут планируем. Такая вот идет планировка. Ну, еще раз посмотрим на эту отмостку, и я пройдусь по этой отмостке. А почему пройдусь? Потому что только здесь и ходить и надо. Там трава будет мокрая, она высокая, и буду мокрый. Также, если, например, будет лить дождь, я буду спрятан под этим карнизом. Буду вот так идти, и на голову уже дождь капать не будет. Вот так спокойно буду идти, идти, идти. Вот представляете, как здорово. Ага. Вот здесь порядок надо сделать.
Ну прекрасно, вот врать не буду, просто прекрасно. Вот из этого материала пенофол. Самый лучший материал, когда работаешь с бетоном. Верхний слой глины оттуда привезли и высыпали. Не поливали, так как от дождя сырая эта глина. И вот смотрите, засыпаем песком тонким слоем. Вот таким вот образом. Для того, чтобы ходить по этому песку и делать форму вокруг этого колодца. Вот смотрите, как получается. Вот здесь очень-очень большой бугор вот такой вот был. Ходить просто невозможно было. И все, что здесь было, это вот камешки, песок, черная земля. Мы вот сюда насыпали и как бы выровняли. Это будет правильный вариант, потому что движение воды будет продолжаться, но уже по земле. И уже подводиться вот сюда не будет. Ну и удобно. А вот здесь вот неудобно. Вот смотрите, как будет смотреться, если мы сейчас будем насыпать и прятать вот этот торец. Он не нужен. Это такой бардак. Это вообще дурдом. Вот как вот здесь. Такой скачок, можно спотыкаться, падать и ударяться об этот острый угол. А таким вот образом, вот смотрите, вот таким вот образом прячем этот торец, и вот этот уклон как бы с продолжением. Вот как получается. Если здесь песок, этот песок вымываться уже не будет, он останется там внутри. Сейчас подметем, и будет смотреться очень и очень красиво. Вот смотрите как. Раз. И такой вот внешний вид очень красивый получается. Вот смотрите как. Вот разница. Вот смотрите. Здесь. А теперь повернемся вот сюда. И здесь. Вот такая вот разница. Буквально вот прям на глазах все преобразилось. Ну вот в этом месте. А там бардак. А самое главное, что вот этот уклон, и можно наступить ногой таким вот образом. По сравнению здесь. Здесь, конечно, можно споткнуться и упасть. Вот, скажем, в ванну. Удариться об этот угол.
А здесь спокойно человек будет переходить. Если маленькие дети, они будут бегать, не бояться. Ну классно, классно.